представляем вашему вниманию председателя компании Atomi господина Пак Хан Гиля. Господин Пак Хан Гиль учился в Корее и Канаде. В 1992 году начал заниматься сетевым бизнесом и уже в 1995 году достиг самого высокого уровня в сетевом маркетинге. В 1999 году получил главную награду сетевого маркетинга в Корее и стал первым президентом клуба лидеров сетевого маркетинга. В 2000 году основал интернет-магазин imkorea.com. В 2009 году основал компанию Atomi. В 2013 году занял пост Общества науки питания и питательных веществ Кореи. В 2015 году стал вице-президентом Ассоциации прямых продаж Кореи. В декабре 2019 года господин Пак получил орден за заслуги перед государством из рук президента Республики Кореи за высокие достижения и вклад в развитие бизнеса. В 2019 году единогласно избран председателем Ассоциации прямых продаж Кореи. В 2020 году получил докторскую степень по экономике в университете Усон.